ветров какой-то проехал. Для очень богатых братьев. Да, если вот тут вот такой вот фонтан водопал. Касса 88. Это адрес? Касса, это типа дом по-испанскому. Дом 88. Как название жилого комплекса. Смотри, а там вот горы, там вот какие-то, как вот, ну, не знаю, лестницы или что. Немножко какая-то. Какой-то северный порт. Какой-то это район. Короче, это государственная школа, начальная. Прикольно, да, вот такой вид? А не сколько лет на горы? Ну, там дальше в горах кладбище. А я не знаю, как будет сторона. Сорвают гору, а тут карьер. Вот эти, ну, успокойте. И все, дальше. Это как бы не ждут тогда. Ну, может и ждут, но куда-то это делать надо. А я, конечно, рекламирую все, типа, развивайте по ветру. Ну, дураков нету. Лори Бэйстейшн. Карьерная бухта станция. Видишь, как мы друг друга понимаем? Ну, это, наверное, уже не такой центр, или все равно это центр? Нет, это уже не центр практически. Это скорее к главному району подходит. Там уж есть там один. Я только не помню, насколько там на меня трава проходит. Цепляет, не цепляет. Там тоже есть один эпичный такой дом старый. Наверное, если я зацеплю, то это очень круто. Я как-то везде не убил просто поездку, чтобы вот так вот пройти, там до конечного метро я дошел и пойти дальше. Ну да. Я тут ходил просто как ребенок в маске со сладостями. А что тут такое? Ну когда тут хочу, туда хочу, сюда хочу, охренеть, типа, все мое, все могу сфотографировать. Подъезжаем, я его с той стороны обходил, вот это вот. Я как-то дольше его обходил, получается. Покажу я тебе вид, который у меня на стенке висит, вид, который у меня на рабочем столе выставлен. Все по этой трамвайке стоит. Обалдеть. Вот этот вот, тут несколько домов, там ряд, там. Очень любят внутрь заходить, вот этот колодец ночью щелкать.
завалено говном до крыши. Либо это не свое, а арендованное, им это нахрен не нужно. Ну, тоже такой позиции поставил, но тоже. Нет, ну, например, это требуется от управы или от кого-то, чтобы поддерживать. Возможно, от собственника здания, возможно, еще от чего-нибудь такого.